заметил один такой неприятный момент. Сейчас подключен напрямую, не через диод. Ток 245 миллиампер. Если я подключаю через диод солнечную панель, то есть чтобы ток не утекал на нагрев панели, когда нету света, то у нас вот такое вот падение. Сейчас переключу обратно быстренько. Разница довольно-таки серьезная. Честно говоря, даже не знаю, стоит ли ставить диод.